4 месяца в году с июня по сентябрь в этом живописном уголке пасутся скаковые лошади, участвующие в скачках, и кобылы башкирской породы, дающие молоко. Нас встречают и жеребята. Свежая трава, овес и ячмень. Такой рацион, насыщенный микроэлементами и минералами, делает кобылье молоко по-настоящему полезным. Каждое утро с первыми лучами солнца кобылы дают первую порцию молока. И есть уже на производстве электродоильный аппарат, но доярки предпочитают доить кобыл вручную. От процесса на разговоры не отвлекаются. Так говорят, лучше, и молоко еще вкуснее. По сравнению с коровьим молоком, в кобыльем молоке много полезных витаминов. В 2 раза меньше жира, а количество полинасыщенных жирных кислот в 10 раз больше, чем в коровьем. Кумыс имеет хорошо сбалансированный аминокислотный состав, а значит и усваивается такой продукт намного лучше – на 95%. Ежедневно из 100 литров полученного молока на производстве в деревне Кутерем делают любимый в Башкирии диетический кисломолочный продукт – кумыс, о пользе употребления которого говорят и врачи. В древние времена башкиры использовали кумыс как напиток, освежающий напиток, а потом ученые изучали свойства кумыса и нашли, что употребление кумыса помогает при лечении туберкулеза. Человек, употребляющий кумыс, действительно себя чувствует бодрее, и появляется очень хороший аппетит. И самое, наверное, главное, что употребление кумыса улучшает и иммунитет человека, восприимчивость человеческого организма к различным болезнетворным микробам. К тому же напиток помогает при различных авитаминозах, способствует улучшению пищеварения, благотворно влияет на кроветворение, нервную систему, снимает воспалительные явления, служит хорошей профилактикой респираторных заболеваний. Вот в таких экологически чистых липовых бочках хранят драгоценный напиток. Наши предки знали о пользе кумыса и его способности укреплять тело и дух. Они называли его богатырским напитком и еще эликсиром бодрости, здоровья и долголетия. Заказать кумыс можно по телефону 8 963 133 28 24 или приобрести в точках розничной торговли в Нефтекамске по адресам: улица Российская, 42, магазин «Оксарлак», Ленина, 68, кафе «Халяль», Комсомольский, 40, Чебуречная, в сети магазинов «Садко», на Центральном рынке и на остановке на Западном рынке, на Городской, 8Б, в магазине «Радужный», и на Ленина, 45Б, магазин «Лавка». Пейте кумыс на здоровье, соблюдая башкирские традиции.